Привет, привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Мы с вами находимся в торговом центре Ocean Plaza. И давайте заглянем в несколько магазинов, посмотрим, что же продается на скидках. Вот я вижу бренд Esprit, хороший бренд. У меня есть жилетка, неплохо носится. Не могу сказать, что очень много товаров, но в принципе выглядит все очень модно и качественно, как на первый взгляд. Футболка мужская стоит 550 гривен, ее правда не видно. Рубашка в данный момент стоит 2650 гривен, 1710 брюки мужские и обувь 1425 гривен. Так, женский манекен. Толстовка стоит 1025, вот она такая беленькая. Джинсы 975 женские, такие узенькие, скини. Тренч стоит 2450, видите, он до колена, не очень длинный. Затягивается вот так на талии, такой симпатичный на весну. Базовый цвет, как по мне, подойдет к многим лукам. Обувь 1710, такие вот ботиночки. Вот такой лук для этого манекена. В данный момент продаются такие куртки на скидках, всего 50%. 2400 такая курточка. Вот этот плащ. Вот куртка-ветровочка, такой красивый цвет. Новые коллекции куртки-косухи, вот такие. Яркий фуксийный цвет под низом. Без скидки стоит 10 тысяч, около 11 тысяч гривен. Вот еще такие платья классные. Базовое бежевое пальто классического кроя. 3700 гривен такое платье. И сумочка, смотрите, какая. Платье, крапление желтого цвета. И вот еще такая одежда в этом магазине продается. И заглянем в хаус. Здесь тоже демократичная одежда, демократичные цены. Как видим, курточки по 1200 гривен. Как вам такая цена? По-моему, неплохо для куртки. Очень много для мужчин курток. Смотрите, по 550 гривен. Вот такие куртки. Громко музыка играет. 1200 гривен. Вот такая двухцветная, трехцветная даже куртка. Худи по 500 гривен. Вот. 400 гривен. Вот такая курточка. Видите, здесь такой градиент от сиреневого к такому сине-зеленому. 400 гривен. Есть еще куртки, наверное, это 600 гривен, вот такая вот стеганая. Ой, упала, извините. Вот уронила, редко роняю. Здесь только всего навешено, что, конечно, уронить это первое дело, что можно сделать. 450 гривен такая курточка. Вот 300 гривен худи. Брюки, я думаю, приблизительно в такой же цена. Так, по 300 гривен джинсы. Вот такие целенькие. Есть с бахромой внизу. Много разных. Есть по 400 гривен. Наверное, получше качество, скорее всего. Вот есть такие, смотрите, необрубленный край. По 450 гривен. Тоже очень много разных. Сейчас какие-то посмотрим, как они выглядят. Боже, как же она кричит, эта музыка. Мне приходится кричать. Видите? И вот еще такие. Стоят 800 гривен такие джинсы. Тоже разных цветов. И вот эти. В общем, приблизительно вы понимаете, какая цена в этом бренде. По 1000 гривен такие. Thank you.
принципе, тоже под снег. Ничего хорошего такая, да, желтая. Тоже особая, да, она. Почему ты не спасибо пока, мои хорошие.